приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео я хочу просто поговорить о такой платежной системе, как Pioneer. Прекрасная альтернатива PayPal, я считаю. Тоже Pioneer только для Амазона. А в дальнейшем планирую на Pioneer выводить там средства с Redbubble, T-Public, MergeBuy, Amazon, да еще много откуда можно. Сейчас маленько я так пройдусь, ознакомлю. Покажу, может кто-то не знает, что-то может кто кому-то известно, но все равно так посмотреть, обсудить хочу эту платежную систему, предложить ее в плане альтернативы PayPal, например. Даже если на Etsy не подходит эта карта, когда кто говорит регистрируется, не принимает карту, но всегда я когда торговал на Etsy, да, комиссии какие-то там в течение месяца вот собирались, я спокойно с карты Pioneer их оплачивал, да, то есть у меня эти средства были на Pioneer, когда я еще не был зарегистрирован на MergeBuy Amazon. Но я получал выплаты на Pioneer с такой системы, тоже с Amazon KDP, то есть Direct Publisher, ну то есть Kindle этот, может кто знает, да, там книги электронные размещаете и там. Ну конечно, я там не достиг таких высот, но просто забросил в последнее время все это. Надо узнавать много информации, продвижение туда-сюда. Ну ладно, сейчас не об этом, да? Вот, кому интересно, я советую всем зарегистрироваться. Еще, да, что хочу сказать, да? Вот, Pioneer в этом году прекратила выпуск дебетовых карт для россиян, да? То есть, раньше постоянно, но ну, я заказывал, у меня я уже давно здесь зарегистрирован, они присылали мне дебетовые карты абсолютно бесплатно в долларах, в евро. Да, ну, в последнее время, в этом году наша Россия что-то там какое-то придумала запрет или что я не... Ну, короче, все, нам облом карт нам не видать, да? Но по-прежнему мы можем выводить свои средства на банковский счет российский. А даже если у нас будет американский счет какой-нибудь, ну, даже в Сбербанке, может, какой-то долларовый счет также будем выводить. Ну, там другие, соответственно, комиссии, да? Знаю, что с PayPal большая комиссия на вывод на рублевый счет, да? Они там берут от 2-7% до 7%, короче. А Pioneer, как я знаю, от 2%, 2% суммы, короче. А если в долларах выводить, то там 1,5 доллара за транзакцию или 1,35 доллара. Ну ладно, не так важно. Ну, все выгоднее, я имею в виду. Да, еще есть в Pioneer такая... Особенность, ну, с PayPal можно минимальная сумма вывода на банковский счет 10 долларов, да, а здесь, вот как я знаю, чтобы на банковский счет вывести, нужно минимум 50 долларов. Ну, в принципе, раньше это была проблема, а сейчас не проблема, если есть хорошие выплаты с разных площадок, маркетплейсов, там, можем, кто на Fiverr работает, Upwork, там, Airbnb, накопить за месяц 50 долларов не проблема, да, то есть можно на банковский счет, да, и скажу честно сразу, я не пробовал выводить на банковский счет, я только добавил, и сейчас хочу пробовать. Раньше в чем была фишка, да, вот карты если держали, ну, высылали, они как бы бесплатные, но они платные, годовалые, да, за год платишь там 29, там, 90, что ли, короче, 30 долларов, не буду конкретно говорить, от 30, ну, 30 долларов, 29 с копейками. И вот у меня бывало, я что копил с Кипедита мне. Сейчас что прикольно, ну этих карт нет, ну и все, тем более будет счет бесплатно у нас вестись, получается. Не за что с нас деньги брать, только пропадете на такой сайт, вот Pioneer, вот в таком вот я на русский перевожу, да, получаете онлайн площадку со всего мира, да. То есть если зарегистрируетесь там, и мы по, ну не сразу по 25 долларов, у каждого должно быть пополнение минимум на 1000 долларов, да, кто-то какие-то, ну, может, кто-то когда-то заработает 1000 долларов, то вам и там мне, или кому-то еще, да, кому ссылку дать по 25 долларов, ну, ладно, не об этом. Вот они все фишечки туда, поддержка, нормально тут все работает, да, регистрация, сразу скажу, да, я не буду по процесс регистрации проходить, это все можно найти в свободном доступе. Тут ничего сложного, да, заполняйте все свои правдивые данные, потому что будет проверка.
паспортные, все на латинице, да, адрес все реальный, это сразу прикрепляйте свой банковский счет при регистрации, да, русский там без разницы, чтобы выводить средства, а вас как бы идентифицируют там, проверяют, и вам на почту приходит, да, мы одобрили. Обычно такие дни, будни, там несколько полчаса самое большое проверяли. Все там, вот они, вот примерные площадки, с которыми они работают, да. С таким маркетплейсом Wish, у меня есть видео о нем, они работают, можно с Wish, там получается типа паблика, ну кто в курсе знает. Но я всегда читайте под видео описание, разворачиваю, что и как там Пионер более, может что-то видео, потому что не рассказываю, а написал так. Читайте, разворачивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы в комментариях, все обсудим. Вот, то, что они также по всему миру, да, вот работают, неважно, ты в России или что, ты все, у тебя банковский счет будет в Америке, можно сказать, легальный и бесплатный, да. И вы можете также пользователям любым отправлять, даже в Пионере можете на чужие карты, в PayPal нельзя на чужие карты, да, вот выводить, там такая фишка, на чужие, но нужно только на свои, да, карты выводить. Тут я могу в Пионере на другого, любого человека вывести свои деньги, средства. Мне кажется, еще думают, если, ну, Пионер легальная, да, фирма, конечно, там, если будем по 100 тысяч долларов зарабатывать, вами заинтересуются налогом, ну, тогда советуют ИП открывать, да и все, и как фирма туда-сюда. Ладно, сейчас не об этом, я думаю, у нас хотя бы там 1000 долларов в месяц зарабатывать, и то будет нормально. Ладно, вот ведущие компании, которые с ними работают, Amazon, вот, Airbnb, Viber, это вот мне известные. Шаверсток, ну это многим известно, вот эти фирмы, да. Вот они все фишечки, да, я так сильно не буду показываться. Вот, кому надо, переходите по ссылке и читайте, изучайте. Кто не зарегистрирован, регистрируйтесь. Вот я так более такой сайт нашел. Вот, вы, ну, комиссии, которые, да, вот, принимаются, там, получать платежи, да, бесплатно. Через закон, тут вот такие комиссии. В общем, перейдете, почитаете, да, площадки. Вот они самые такие популярные. На банковский счет, вот, до 2% сверх обменного курса на момент транзакции, да. Если на банковский счет в той же валюте, то есть Америка, Америка, евро, евро, гривна, гривна, там, великобританский, там, туда-сюда, то такая комиссия за транзакцию. Оплачивать, вот они все. Вот, а бесплатно купол, Пионер. Вот я так быстро пробежался, да, почитайтесь, кому надо, вот тут все есть, да. Ладно, я так сейчас в свой кабинет перейду, да, маленько покажу, я не буду там полностью весь кабинет свой показывать, свои данные, я так покажу. Вот у меня есть, да, скипиди этого Kindle, за книги там, ну такие-то, я сейчас не занимаюсь, так, есть какие-то продажи там мелкие, какие-то центы выводишь, вот, да, это ваша рабочая панель. Счет для получения средств, вот они все счета, да, в любой валюте, китайский там, туда-сюда, вот США, да, я не буду сюда нажимать, посмотреть детали там, как данные, вот вам нужны реквизиты, да, нажали сюда, там все ваши реквизиты, банк, счет, БИК, СВИФТ, там все дела. Ладно, дальше, вот, есть такая панель, там настройки, да, ну кто знает, как добавить банковский счет, вот, банковские счета вы можете на свои выводить, счета получатель, то есть на другого человека. Так, вот, вывести на банковский счет, у меня как уже добавлены там банковские счета, не буду так сильно умудряться показывать. Ну вот, да, мой баланс, вот, я знаю, у меня в долларовом балансе, да, есть там центы. И, соответственно, выбираем тут уже свой банковский счет, да. Все, и туда. Вот так, кому интересно, да, переходите, регистрируйтесь. Задавайте вопросы или кто уже тут зарегистрирован, пишите свое мнение, пообсудим, что как дальше жить, получать платежи. Я считаю, это прекрасная альтернатива PayPal, можно сказать, даже во многом лучше превосходит. Я считаю, ну и желаю всем прекрасного онлайн-бизнеса, прибыльного. Давайте начнем подключать эти платежные системы, чтобы у нас были ресурсы на всякий случай. Вдруг с PayPal что-то произойдет. Итак, спасибо за просмотр этого видео. Всего хорошего. Подписывайтесь, оценивайте, пишите свои комментарии. До свидания.